Владислав Юрович никуда и не уходил. Он как влиял на процессы своей суверенной демократии, которую он выстраивал, и внутреннюю политику, так и будет влиять. То, какие углы ему будут очерчивать, мне кажется, это ни от чего не зависит. Да, там есть внутрибашенные разборки кремлевской администрации, но, вне сомнений, без такого ценного члена команды им не обойтись. Вот, также будет продолжать бороться с оппозицией, выстраивать хитроумные схемы, разваливать неугодные партии и объединения. В общем, будет заниматься своей дьявольской деятельностью и дальше.